против войны, я за мир. Да. Вот такой у нас плакат. Вячеслав, почему вы вышли с этим плакатом? Потому что я против войны, против убийств. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший участковый 5-го отдела майор полиции. Майор полиции Гарип Эльдар Верович. Ваши действия в вашем плакате усматриваются административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.3.3 Кодекса. Разве за войну это будет правильно? Вооруженных сил Российской Федерации. Вот. Предупреждаю вас, уберите плакат. Вот. Я не буду брать плакат, я считаю, здесь нет дискредитации, это мое личное мнение. За нарушение административного общественного порядка, вы понимаете? Ну, я понимаю, что составляет административное нарушение, за такие слова у нас не запрещены почему-то в России. Закона вроде как не было, что нельзя произносить войну, война дискредитирует вооруженные силы ВВС. Владимир Путин вроде уже сказал это слово. Возможно, это знак для того, чтобы суды интерпретировали это по-другому. Я вас предупреждаю по данному факту, что ваши действия усматриваются от судьи на правонарушение. Будьте привлечены к административной ответственности. Я задержан? А какого вообще, что, разве за мир там уже все? Уважаемые зрители, пикетчик задержан за плакат «Нет войне», потому что в нем усматривается дискредитация использования вооруженных сил. Вот. Собачек. С обычными пикетами, с обычными плакатами выходить на одиночные пикеты можно. Россия дурдом. В России творится беспредел полный. С ног на голову все перевернули. Все, что можно.